Москва, 29 сентября. РИА новости. Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами родился в Украине. Могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу 36. Генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологом имени Отто Рам Владислав Баранов. По его словам, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употребления определенного лекарства, а не генетической ошибкой. Как рассказал Баранов, заметить неправильное развитие эмбриона можно уже на 7-10 неделе беременности. Все тело у человека наливается, это значит, что произошло раздвоение нервной трубки, заявил генетик.